Здравствуйте. Рады приветствовать дорогих зрителей. Извиняемся за большое опоздание, но у нас был маленький такой объективная пауза. Значит, продолжим нашу тему. Мы остановились на великолепном историческом периоде царствования Ивана Грозного. И остановились примерно на теме, как он стал царем, как он из молодых, молодость мы уже прошли, как он стал царем. И возник вот у меня даже такой вопрос, я где-то слышал, что да, он был венчан на царство, там был Макарием, митрополитом Макарием определенный чин создан для этого, но я где-то слышал, что его не венчали на царствование. Вот. Развейте эти мифы или подтвердите. Конечно. Во-первых, мы должны с вами обратить внимание, самое главное, первейшее, на нумерацию даже вот Иванов, нумерацию Иванов. Дело в том, что она зависела от того, какой историк от какого столба вел свой учет. Если вести от Калиты, то тогда Иван IV. Но многие из историков его называют Иваном I, Ивана Грозного, как основателя полноправного самодержавия русского, как самого настоящего основателя и главный корень русского самодержавия. Хотя еще Ивана III началась эта история с его еще отца и с его деда, но на самом деле в нем она получила полное свое наидостойнейшее развитие. И вот многие из историков отталкиваются именно от момента его венчания на царство. Почему? Потому что была принята византийская система особой легитимизации власти, власти царской. В этом отношении был принят общеевропейский принцип. Император один мог только быть. Существовать мог только один император. Он находился в Риме там или в Константинополе, вот эта разделенная Византийская империя. И поэтому признание русского царя было неким нонсенсом. До этого все короли английские, там, польские и прочее все остальное получали свои титулы от римского папы. Византийские императоры как бы особо не раздавали эти титулы. Да и кроме того, мы прекрасно знаем, что в это время Византия рухнула, и не было им никакого интереса уже раздавать что-то там русским цесарям. Да. Они уже просто не могли, да. Поэтому именование великим герцогом было принято в европейской классификации для русских князей. А когда же произошло венчание на царство, это было явное притязание на императорскую корону, на императорскую власть, а следовательно и на особые отношения с Господом Богом. Потому что воспринимается все так. Венчание означает венчание с народом, с веренной державой. А следовательно, государю вручается попечение о невесте, о своей державе, о своей империи. И вручается оно Богом, то есть как бы от церкви передается императору, передается царю. Получается, что венчание митрополитом или патриархом на царство означает особое вручение народа царю, но следовательно с другой стороны и подчинение этого народа государю. И его особое, их особое соработничество в этом направлении. Поэтому, когда мы с вами в прошлый раз говорили о венчании Ивана Грозного на царство, то следует понимать, мы еще помним с вами венчание сына Ивана Младого на царство, которое уже было, так что не первая ласточка уже было это дело. И вспоминаем и другие моменты провозглашения такой царской большой власти. Много было такого у нас в истории. Но венчание Ивана Грозного носит с собой в себе именно такой уже обдуманный, целенаправленный характер. Помните, как он к Макарию... То есть идея вот эта родилась между митрополитом Макарием и Иваном Грозным глубоко где-то в душе. Иван Грозный понимал вот это стремление к
созданию настоящего полнокровного русского царства. Будучи еще 17-летним. Будучи еще 18-летним юношем. Да, да. Но идея его централизации власти, мы потом дальше еще увидим с вами, вот его идея форсирования централизации власти была у него уже в тех годах уже глубоко-глубоко в душе и в сердце. Почему? Потому что он был сторонником самополностью самодержавной монархии. И не просто сторонником, а хотел это сделать быстро. Если всякие избранные рады, там куда Курбский входил и прочее все остальное, они, кстати, вот эта вот избранная рада, это придумал, рада откуда пошло, это Курбский придумал. Это вот сейчас Верховная Рада в Украине, избранная рада, это все это придумка Курбского. Идея была медленно ввести самодержавие. Они понимали, что самодержавие необходимо, но у них была идея его сделать... Вот как вы знаете, как вот потихонечку должны идти церковные реформы. Так потихонечку, гладенько. А у Ивана Грозного была идея это форсировать, то есть сделать как можно быстрее. Когда? Да, да. Такой вот, не просто ждать там 20-30 лет, пока бояре привыкнут, а дать боярам по шапке, чтобы они быстро привыкли к могучей, сильной и настойчивой царской власти. Знаете, вот здесь... Надо отдать должное, он для своего времени был очень образованным юношей, очень образованным. И надо полагать, что у него был хороший учитель, наставник. Ну, это боярин Морозов, который с детства его... У него был главным его наставником и воспитателем, был такой придворный... При царской семье еще при Глинских и прочее был такой человек, который занимался его воспитанием. Многие считают, что... Морозов. Морозов ну, это Алексея Михайловича был. И у Алексея Михайловича тоже был свой Морозов, да. Но такого как бы вот у Ивана Грозного как бы такого воспитателя ну, полностью по жизни, который бы был у него не было постоянного. Он был... пытливого ума и от всех учителей, которые у него были, взял самое лучшее. Взял самое светлое, самое яркое. Очень было Был, ну, у него был пытливый разум у человека. То есть он... Дальше мы видим в его реформах, это очень ярко продвинулось все вперед. Но задумаемся, зачем нужно было Ивану Грозному это венчание на царство? А зачем нужна была вот эта реформа, подвинуть эту боярщину, которая засела столетиями, там уже и бородами своими полы подметала в Боярской думе. Зачем ему все это было нужно? Одна мысль, которую как раз указывает митрополит Макарий. И говорит, да, митрополит Макарий. Дело в том, что было необходимо создание постоянной регулярной армии. Это было... Главной проблемой. Государство разрасталось, становилось все больше, 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 больше. И петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Помните, как в сказке у Пушкина? Невозможно было всю эту огромную державу, то оттуда шведы лезут, то оттуда крымские татары, то эти казанские, то еще что. И, в общем, получалось так, что для того, чтобы сохранить державу, от этих набегов всех и сохранить ее от бесконечного грабежа и рабства, воровства граждан, которых вывозили и продавали в рабы, привыкли татары к этому уже, что можно русских на средиземноморских рынках продавать. Для этого нужна была постоянная регулярная армия. Вот эти вот боярские бояре, они были обязаны государю представлять, как бы вот как в Западной Европе там рыцарей. То есть стрельцов, представлять ему армию, но это было уже в те времена было неэффективно. То есть это было уже отстало. Это уже армии были эти отсталые. Нужна была... Коровки дружины. Дружины, да. Боярские. Боярские дружины, они были отсталы. Нужна была армия, которая бы постоянно обучалась. Помните, как при Петре Первом там Преображенский полк и все остальное. То есть должны были люди быть уже, которые всю жизнь служили в армии, которые могли бы быть хорошими полководцами, которые могли бы быть хорошими солдатами. И вот Иван Грозный столкнулся вот с этой главной проблемой, чтобы ему удержать власть, и ему нужно было ее провести, как это сейчас говорят, централизацию, то есть укрепление вертикали власти.
ему было необходимо провести. Можно я сразу говорю? Конечно. Нужна была, это еще началось при Иване III, продолжил Василий и III. Конечно. И уже целенаправленно развил Иван IV наш, будущий Грозный, это поместная дворянская конница. Так да, но вот я хотел только к этому подойти, что ради этого он появилось местничество, поместничество и дворянство. Почему? Да. Потому что бояре зажрались и имели землю там миллионы десятин, а работать особо, на войну особо они не хотели. Они занимались своим тем, что выясняли, кто из них родовитие. А дворянство, именно в этот момент дворянство укрепляется, оно уже было и раньше немножко, но вот как сословие, как класс, он появляется вот именно при Иване Грозном. Почему? Потому что он стал раздавать земли в пределах 60-70 километров от Москвы, не где-то в Тимутаракане, а вот вокруг Московской области нынешняя. Так что жители Московской области это... либо сами дворяне, либо их работники, которые у них работали в Московской области. И он стал раздавать дворы для того, чтобы, обязав этих людей, служить в армии. И их главная задача, они прямо вот дети их, только рождался сын, он уже сразу служил в армии. Помните, как при Петре будет дальше, они уже умудрялись к 18 годам, то есть родился и уже в армии служит. Уже там, да. По сути, с 14 лет. Да, ну, прямо чуть не с самого юношества. Да, брали да. На такие серьезные дела. Да, серьезные дела. А так он, эта идея, она была... Именно исходила эта идея из того, чтобы создать твердую, боеспособную и могущую быстро собраться, будучи поворотливую такую хорошую армию, которая могла бы защищать русский интерес. По указу единого властного хозяина. По единому властного хозяина. Вот чтобы этот единый властный хозяин образовался, нужна была сакрализация власти. Не просто там дед, там Иорам родил Исаака, Исаак родил Иакова, а нужно было... вступить с Богом в какие-то очень сакральные отношения в глазах народа. И это невозможно же сделать. Бога ж нельзя пригласить вот там в гости, например, или сказать ему там, приезжай, вот через недельку я подготовлюсь. Но с помощью церкви можно совершить некие такие сакральные богослужебные действия, которые произведут впечатление на народ. В нашей истории, кстати, они эти вот именно церемония помазания на царство и такой обряд вот этот помазания на царство очень был такой многогранный. Вы знаете, он Петр I по-своему делал, Николай вообще прославился Ходынским полем, Николай II как раз помазанием. И у Ивана Грозного тоже были свои особенности. Ну, во-первых, Иван Грозный хотел сделать это как можно более торжественнее и связано с византийским чином. Он озадачил этим митрополита Макария. Вот мы сейчас как бы задумаемся с вами. Митрополит Макарий, с церковной точки зрения задумаемся. Митрополит Макарий. Митрополит Макарий ставленник Иосифа Волоцкого. И его... Мы знаем с вами, что, будучи в Новгороде митрополитом, он добился того, что 24 монастырей было только 2 общежительных. То есть 2 общежительных, в которых монахи зарабатывали деньги на епархию и кормили митрополита. А остальные 22 монастыря были скитские, где монахи жили в пещерках, ловили рыбку, молились Богу и ничего не платили никакими епархиями, никто даже в помине этого не знал. То есть взаимоотношения деньги, монастырь и епархия отсутствовали. И вот первое дело, чем занялся, будучи еще новгородским, митрополит Макарий. Он все эти монастыри перевернул вверх тормашками. И из 24, 22 сделал общежительными, только 2 остались скитскими. Следовательно, они обросли огромными землями, которые обрабатывались. Рыбу уже ловили не так, что вот поймал рыбку, поел сегодня и Бога поблагодарил и молился всю ночь. А рыбку-то ловили бочками, обозами, солили ее и отправляли в Москву на продажу.
чтобы митрополит мог иметь деньги на какие-то свои митрополитчьи нужды. И экономику, в общем, он перестроил экономику епархии. Естественно, будучи ставшим митрополитом московским, он старался всеми силами как можно большее вот это есифлянское влияние распространить и на молодого Ивана, на молодого царя Ивана. Поэтому помазание на царство, с церковной точки зрения, было и занятие особого политически и финансово-экономического положения в Московском царстве. А если до этого воспринималась церковь как некое еще пришедшее что-то из Востока, митрополия Константинопольского патриархата, и еще были живы веяния Византийской империи с ее традициями, Макарий поставил своей задачей сделать полностью обособленную русскую православную церковь. Его все труды многолетние направлены на то, чтобы была некая синергия, симбиоз с государством, сросшись с государством, извлечь из византийских традиций только связи с императором, несмотря на то, что полностью придется отказаться от церковной автономии. То есть его, и мы помним с вами, чем и кончилось последний там митрополит Филипп попытался там немножко сопротивляться, но это чем ему завершилось. Его задача митрополита Макария была создать единый организм церкви и государства в этом царстве. То есть раз формировалось царство московское как по византийскому типу, то, следовательно, и церковь в нем должна была занять точно такое же положение. И вот, это не имеет отношения к термину цезарепапизм? Имеет. Это имеет самое непосредственное отношение к термину цезарепапизм. В том плане, что царь, по сути дела, получал влияние, не просто влияние, а полную власть над внутренними и внешними церковными делами. И это сидело в голове, потому что, ну, конечно, спорить с митрополитами было особо неинтересно, их просто убирали, ссылали и прочее, а царь решал свои политические вопросы за счет церкви. Давайте вспомним, откуда это пошло. Это пошло, так называемо, пошло с другой стороны, с попов началось это. Так называемый Константинов дар. Папы римские придумали и подложный такой документ, подделали, просто подделали бумагу, по которой Константин Великий как бы вроде признавал папскую власть выше императорской, божественной, и наделял папу правами выше императорских, и земли, и прочее отдавал ему в управление, и папа становился как бы не только духовным руководителем, но и обычным земным владетелем, то есть имеющим богатство, власть и земель. Я бы назвал это папа цезаризма. Да, началось все с папа цезаризма. Не с цезарепапизма, а с папа цезаризма, потому что первый полез папа. А в Восточной империи пошло другим путем. Пошло другим путем, и императоры, начиная с Иоанна Златоуста и других великих святителей Средневековья, они подавили церковь. Они подавили церковь и сделали ее интересы полностью игнорировались, а сделали ее духовным министерством Византийской империи. То есть им нужно было решать духовные пропагандистские какие-то вещи, идеологические вопросы. Это восточные. Да, это восточные. Я говорю именно вот о Константинополе. А западное наоборот. Там получилось... Папа взял на себя власть светскую, да. А здесь на Востоке светская власть взяла на себя власть церковную. Вот такая разница интересная получилась. Такая получилась интересная разница. Да, но и для того, чтобы вот мы как бы вернемся к нашей теме, для того, чтобы вот эту именно особую легитимизацию власти получить, чтобы говорили не что там Ивашка затеял реформы, а вот что Цезарь, царь,
царь всей, всей Руси затеял вот эти государственные реформы, то есть иметь авторитет, и нужно было это помазание на царство. Мы вернемся с вами к тому, что в действительности Ивана Грозного миром не помазывали. Это было не принято тогда. И непонятно было. Кстати, из Византии к нам пришел этот чин помазания с той же целью, когда византийским императорам нужно было легитимизировать свою власть. То есть показать, что он действительно божественный избранник из Византийской империи. Маленькую свою такую конечно, закинуть. Это первый чин миропомазания, насколько я помню, ввел Цимиский, Иван Цимиский. Да. А он своего дядю, по-моему, дядя он был. Абсолютно верно. Убил. Ну, об этом мы и говорим. Это помазание было как прощение ему грехов. Да, и не просто прощение грехов, а как мы уже говорили, то есть, вот представьте себе, говорят, вот он зашел на трон, убийца, убил дядю, убил отца, брата и занял трон. А здесь... уже не просто убийца, а помазанник Божий. Все, и грехи простились. Ну, раз Бог его допустил до такого таинства, значит, Господь его... Кстати, неплохой был император Иоанн. Да, кстати, он был не... Но для это все нужно было для легитимизации власти. Кстати, Святослава Игоревича. Да, как раз он этим занимался. Вопрос еще другой. Так же точно поступали и древнееврейские цари. Вот Саула надо было как-то подвинуть. Саул стал таким безбожным государем. И Самуил помазывает тайно на царство Давида, как бы уже легитимизируя божественным помазанием будущего царя. Этот принцип был усвоен и в Византийской империи. Но мы должны знать с вами один маленький секрет. Вот это, знаете, кому вот придираться охота, помазано, не помазано. Там. На самом деле, я уже говорил и повторюсь. Но для этого нужно знать церковные уставы и церковные традиции. Епископ имеет право не миропомазывать детей. Священник должен обязательно миропомазать младенца, это является таинством. А епископ может миропомазать младенца, просто возложив на него руки и призвав на него Святого Духа. Что такое миропомазание? Миропомазание – это призывание Святого Духа, чтобы вот на крещенного младенца... сошел не дьявол там какой-то, а сошел Дух Святой на него почил, и его духовно воспитывал, возрождал, возвеличивал, чтобы он был в Духе Святом. Это одно из важнейших церковных таинств. Да, это одно из важнейших, это второе церковное таинство, крещение, потом миропомазание, как у католиков конфирмация называется. У них тоже это в 7 лет там таинство проводится. Но для этого достаточно, епископу для этого не обязательно, это... Так как столько епископов не было, чтобы всем молитвы читать на голове, то священников было больше. Им вот светили вот это мира особым образом, и они миром помазывали как епископское благословение, призывание Святого Духа. Поэтому, если Ивана Грозного и не помазывали миром, то в конце особо указано, что Макарий благословил его особым образом. Что он делал? Точно так же, как сына Иоанна Младого, царевича Дмитрия, возложены были руки и призывался на него Дух Святой, чтобы он правил, держал. Это и есть. Да, миропомазание. То есть разницы, это придирки, и особенно, знаете, я всегда смеюсь, когда политики влазят и начинают какую-то там пургу нести. История церковная настолько многообразна, что даже крестили песком. И это признавалось законным. И даже крещение своей кровью, когда человеку, который заявлял, что он христианин, будучи некрещенным, ему отрубали голову, то придумали, что он крестится в своей крови и тоже считается крещенным, попадает в Царство Небесное. То есть все вопросы можно решить. Очень убедительно. Да, все вопросы можно решить. И здесь тоже это четко было возложение рук. Макарий его благословил, Ивана Грозного, поэтому тут не может быть никаких вопросов. Призвал Святого Духа. Да, призвал на него Святого Духа. Именно благословил его вот на это царство, то есть просил Бога, чтобы Бог послал на него Духа Святого, который будет управлять в нем царством земным,
царством российским. Ну, это так долго мы уделили внимание, потому что действительно я от светских вещь. Историков такое слышал, что типа он, да, он был венчан, но не помазан на царство. Вот они нашли там какую-то заковырочку, да, что не указано, что он был миром помазан. Да, но не понимают. Вы еще не забывайте о другом. До этого момента, там, до какого-то определенного, мира привозилось из Константинополя обязательно. Это было благословением вот Константинопольского императора. Потом стали варить его в Москве. Уже по благословению того же Константинополя, чтобы не возить тысячи километров там его. И уже в конце концов, вот в моменты помазания на царство его, можно было вполне, это естественно, заменить его просто епископским благословением. Это и есть миропомазание. А можно вы сейчас паузу сделаете, да, сосредоточитесь, конечно, с мыслями, что дальше рассказать? И я маленько Конечно, веду небольшие мысли, которые мы почему-то упустили. Мы как-то с вами, помните, посвятили одной из бесед эсхатологии, да, что наш народ русский в древности был очень сильно связан вот с этим ожиданием конца мира. Иконы, а почему-то не конкретизировали. Дело в том, что надо конкретизировать. В 1492 году пришло 8-е тысячелетие. Да, наступило. То есть, да, и пал Константинополь. 1492 год, потому что вело же от сотворения мира 5508 лет до Рождества. Получается, в 1453 пал Константинополь, а в 1492 наступил 8-е тысячелетие. А 8-е тысячелетие по каким-то там заветам каких-то святых отцов, это тысячелетие предшествия Антихриста. Нет, неправда, немножко. Правда, но немножко не так. Вот сейчас прямо точно расскажу, вы поймете. Дело в том, что Бог 6 дней творил мир, 7-й день у него выходной, а 8-й день, день вечности, так толковали святые отцы всегда. Это библейский смысл библейского толкования. 6 дней Бог творит мир, 6 тысяч лет вот этого царства, 7-я тысяча лет, 7-я, после он родился, спас мир, там все вот это его отдых, а 8-й день, день вечности. И не зря вот это вот рисуют. Почему, вы думаете, придумали вот эту восьмерку, на бок ее положили, это имеет все христианский религиозный смысл. Восьмерка, это 8-й день Царства Небесного. Причем наступление Царства Небесного, Царство Вечности, день бесконечный, вечный день, 8-й. И поэтому 8-е тысячелетие наступившее воспринималось как эсхатологическое, то есть должен кончиться мир, должен быть суд, и потом уже все праведники тысячу лет там вечности будут блаженствовать. Ну, до этого должен прийти Антихрист. Ну, да, по апокалипсису должен быть сюжет этот, да. Вот, и поэтому вот именно вот отсюда взялась вот эта идея 8-го тысячелетия, то есть именно как вечности, да, как вечного дня. Дня всесовершенного, дня благословленного Богом, дня избавления от грехов, дня победы над сатаной, дня чистоты, дня вечного блаженства. Я не знаю, как мы, рассуждая об эсхатологии, это... Ну, я просто почему-то, знаете, часто бывает так, что как бы думаешь, что все знают. Ну, бывает. Вот это часто бывало, только мне, я помню, в детстве отец, мы решали какие-то задачи, да, там, и я говорю, не понимаю. Он говорит, как ты не понимаешь? Я говорю, хорошо, тебе ты институт закончил, а меня там в 5-м классе попрекаешь задачками. И еще я чуть-чуть добавлю. И смотрите, действительно, вот этот вот мистический, очень вот так вот настроенный сакрально народ, в общем-то, был. Да, он же темный. Он слышал только вот, должен... Появились всякие юродивые, которые бегали по всей стране и кричали, сейчас придет Антихрист. Мясо сырое растет. Да, и они давай ждать, где же этот Антихрист, в ком он придет. И ждали многие столетия, до сих пор. Потом они, в ком его только не видели. Но самое интересное, что вот, вот опять же, мистически цари, великие князья московские, они поставили себя так, что их род, он защитник от этого Антихриста. Да, абсолютно верно. Защитник. И недаром их всех хоронили в соборе Михаила Архангела. Михаил Архангел — это глава воинства небесного, да, который возглавит небесное воинство именно на вот это вот войско Антихриста. И все вот эти вот князья, похороненные в соборе Михаила Архангела, они должны встать и тоже присоединиться к этой дружине небесной. Вот какие смыслы-то шли
в древнем-то народе. И народ это воспринимал очень непосредственно. И реально. Реально. Тут эти простые люди. Вещи он понимал. Он понимал, что царь – это защитник от тьмы. От набегов, от тьмы. От тьмы. От зла. Кто бы там ни был антихристом, да непонятно кто там придет там. Да, кто придет. Но от зла. Да, имелось в виду да. свет и тьма, да. борьба света и тьмы. Правда, зло мистическое и зло физическое, натурально, они воспринимались, естественно, вместе, да. конечно, простым взглядом русского простого человека. И вот это вот все дало такую легимитизацию, опять же, вот Ивану, тому же Ивану, который, взяв на себя царскую власть, был, сказал, что я буду делать все, что захочу. Родные наши любимые зрители, вы еще должны понимать, что это они не просто на себя брали такую власть, и все. Они в это свято верили. Он верил в это вообще сам. Верили до последнего там воздыхания своего. Они исполняли это вот свое послушание царское. В интересах народа православного, в интересах веры совершенно искренне, без лжи и лицемерия. Вот давайте мы сейчас маленькое лирическое отступление сделаем. Вот чуть-чуть, немножко буквально пораньше, каких-нибудь вот тут 60-70 лет, Генрих VIII в Англии. Генрих, когда затеял реформацию, он находился в очень сложном положении. Ему нужно было развод получить. Потому что жена не могла родить ему сына. Но папа римский не давал ему развода, и он не мог жениться. И поэтому его сын, получалось, будет байстрюк. То есть не будет иметь права на престол. Незаконнорожденный будет его сын. И ему нужно было избавиться от этого. Он был очень набожный католик. И он свято верил, точно так же, как Иван Грозный. В то, что Бог поручил ему английскую державу. И он должен за нее перед Богом будет нести ответ, как за свою вот семью. Да. И эта идея в нем во всех его там словах и трудах содержится. И вот Кромвель придумал ему идею, что он подтолкнул ему идею подтолкнул, да. Вот. О том, что в Англии всегда король являлся главой церкви. Идея была не в реформации и даже не в отделении от римского папы. Об этом даже не поднимался, оказывается, вопрос. Не Кромвель. Кромвель. Их было Кромвель. В 17 веке. Кромвель. Нет, Кромвелей было много. Вы думаете, что если это не тот. Это не тот Кромвель, который потом Генриху отрубил голову. Карлу Первому отрубили голову. И потом после него еще восстановили. И при нем восстановили. Это другой Кромвель, да. Это не тот Кромвель, который стоял у истоков английской революции и войны в Ирландии. Нет. Это не тот Кромвель, который воевал в Ирландии и залил кровью там всю бедную несчастную эту Ирландию. Нет, это другой был советник. Это был такой советник при этом самом, при Генрихе VIII. И он ему подкинул идею, что в Англии всегда был король главой. Опять же, смотрите, что цезарепапизм. То есть опять возглавить король должен церковь. Без всяких там разговоров. И начали казнить католических священников. И кто не почитал Генриха главой церкви, его обвиняли в измене Англии. И за это казнили. И также и жен там он всех в измене своих обменял. Там многих. И им тоже предстояла смертная казнь. Так вот. Я к чему. Во всех его письмах Генриха. Во всех его выступлениях перед парламентом, например, звучит как золото, как натянутая струна серебряная, звенит идея о том, что он в особых отношениях с Богом, о том, что вот прямо как будто он побывал в божественной канцелярии, что ему именно сам Бог поручил, и его воля, как бы самого Генриха, это воля божественная. Поэтому, как мы уже говорили с вами, это было его верой. Это не было его, как вот сейчас нынешние политики наши. Они врут и ничего не верят. Они просто ради своих интересов врут. А тогда людей было принято в это верить. И вот возьми... Они со свечками бегают. Да, то, что они со свечками бегают. Я всегда предлагаю сделать
им как-нибудь на Пасху комплект геморройных свечек, таких больших, с фитилями, чтобы они стояли с ними где-нибудь в храме Христа Спасителя. Тогда это будет естественно выглядеть, потому что это будет переход от коммунизма к капитализму. А это всегда переходы, очень трудная вещь, как геморрой. И вот с геморройными свечками это очень естественно будет выглядеть, потому что человеку просто так поверить, конечно, очень сложно. А вот с геморройной свечкой, такого сантиметров 30 такая хорошая, как раз бы было в тему. Вот, и получается, что Иван Грозный тоже во всех своих письмах, во все он верит искренне свято, что его воля – воля божественная. И что в нем прямо вот Христос осуществляет свои какие-то планы о земле, о людях, о спасении. Тем более, как в эти эсхатологические времена, восьмая тысяча лет наступила и прочее, все остальное это содержалось. Поэтому, когда у нас, знаете, у нас очень любят, я вот тоже буквально, это мы уже говорили, но еще тоже буквально несколько слов скажу. Никогда не верьте и не слушайте, когда говорят о Иване Грозном гадости. Воспринимайте это как естественный процесс того времени. Если вы посмотрите, что вот какое-то племя Мумба-Юмбу съело другое племя Мумба-Юмбу, то вождь племени будет вполне легитимным правителем. И в те времена Иван Грозный поступал гораздо более милосерднее, чем многие европейские государства. Тот же Генрих VIII, или потом, и уже, потом Яков, сын его, а потом Елизавета I. Перебили. Которая 80 тысяч казнила католиков за то, чтобы сделать вот эту англиканскую державу там после Марии, своей сестры. Крестьян вешал. Да, чтобы привести это в такой более-менее порядок. Поэтому это очень хорошо, по принципу говорят, свое говно не воняет. То есть всегда, когда, если это русские, то это омерзительно, вонюче, страшно и ужасно. А если это кровь, отрубленные головы английских католиков или ирландских католиков, которыми... Или гугенотов французских. Да, гугенотов французских, которые в крови прямо ноги мыли, и головы разбрасывали по брусчатке, это просвещенная европейская цивилизация. Поэтому и у нас часто это бывает. Вот интересно, когда Польша вступает в Мюнхенский сговор, с Англией и Францией, и делят Судетскую область и дарят ее Гитлеру, то это выбор европейской демократии. А если Молотов с Риббентропом подписывает договор о разделении Польши, да, там и о нападении. Какой Польши? Ну, там вошло... Возврате своих западных земель. Да, возврате там, ну, так же, как Гитлер же кричал. И не нападение. Да, Гитлер же кричал, что Судетская область не имеет, там жило много немцев. Так же и здесь. Мы вернули свои области, в которых жило много украинцев, жили там белорусы, да. То это ужасное преступление, это геноцид и прочее, все остальное. Когда выселяют крымских татар за то, что они вступили с Гитлером в союз и убивали русских в Крыму, это факт, реальный, исторический, как только вошли немцы в Крым, Меджлис заключил с Гитлером договор, вылавливали, искали русских, там по пещерам убивали их. Партизанами занимались. Да, татары. То это как бы ничего. А когда выселяют, то это геноцид. Дальше, это, знаете, еще, как я всегда привожу, американцы всегда, самый большой и страшный геноцид, две нации, японцы, которые издевались всегда над китайцами, в Великую Отечественную войну они умудрились убить 30 миллионов китайцев. Миллионами. Да. 30 миллионов китайцев. Прямо убивали как баранов. Резали как баранов. 30 миллионов. И все, и тишина. А то, что за 200 лет американцы там 12 миллионов индейцев, или до 20 некоторые даже приводят, до 20 миллионов, причем скальпы срезали, это тоже не считается геноцидом. Причем это было не то, что в эпоху Ивана Грозного, не то, что там, а это было уже в просвещенные времена. Это не 16 век, а это уже 18 век. И это было все нормально. Поэтому я к чему? Не слушайте эту всю философию, я просто к чему. Всегда относитесь к людям согласно их времени. То есть я считаю, например, что и Гитлер, и какой-нибудь Мао Цзэдун, и Наполеон — дети своего времени. Понимаете, как происходит? Вот смотрите, например,
пришла весна, снег растаял, начинает травка расти. Вот в людях, в обществе человеческом появляется запрос на такого лидера. То есть вот, я не знаю, девица сидит на балконе, смотрит, внизу поют женихи. И там 10 женихов. И она выбирает какого-то из этих женихов, какой-то по ей только известному принципу, какой ей нравится, а какой ей не нравится. По запаху, там, по росту, по умению говорить. Вот она сидит с балкона, и баба выбрала себе жениха, мужа, там, из 10, из 20 человек. Что-то же ей подсказало здесь, какие-то ее ум, там, сердце, разум, инстинкты подсказали ей. И вот в определенные моменты, когда происходят с народом какие-то такие серьезные изменения, как после Первой мировой войны или после Великой Французской революции пришел Наполеон, народ сам как бы ждет этого правителя. И вот сейчас, когда формируется российское царствование, царство русское, и церковь сама ждет, и народ ждет пришествия вот этого государства, и появляется Иван Грозный. Он воспитывается, видя это все вокруг. Он, видя, как травили его мать, видя, как бояре поступали, он не мог по-другому. Да, то есть это продукт эпохи. То есть, если, например, ты собаке на хвост наступишь, даже если она очень добрая, она повернется и укусит тебя чисто инстинктивно. И вот эти моменты о том, что нужно, вот нужно было Генриху, эту королеву новую, он придумал новую церковь ради этого. Нужно было создать централизованную власть в государстве российском, и для этого были использованы все возможные механизмы. И укрепить армию и границы. Армию, границы. Присоединил он земель, присоединил, царство московское стало больше по площади, чем вся Европа. Присоединил всех вот этих татар, чтобы они его не грызли и не постоянно не было нападений. Это все делалось в интересах русского, нашего русского народа. Поэтому, если кому-то это не нравилось, да, конечно, несомненно, крымским татарам на хвост наступили, присоединили вот это воинское, донское земли, донского войска, сделали там такое заграждение от вот этих набегов всех. Присоединили Астраханское ханство, присоединились Нагаев, Башкир. Башкир, потом в конце концов Ермак с Сибирью, с Кучумом. И это было все сделано в интересах нашего народа. Поэтому, конечно, кому-то не нравится. И не нравится особенно тем, которые насиловали нас, грабили и убивали, и привыкли к этому как к естественному порядку вещей, природному. Вот волк приходит в заячью нору, и каждый день съедает зайца, а то и двух. А тут вдруг волк приходит, а зайцы сделали царство. И медведя пригласили в воеводою. И волк только туда в нору хрясь, а ему медведь по мордам бац, и сразу начинаются крики. Бесчеловечно, антидемократично, бессовестно там и прочее. Так, а зайцев-то убивать, это нормально. А когда волку по мордам, так это сразу нарушение прав человека. Поэтому все эти люди, и в том же числе и Сталин, вот вчера там открывали эту стену плача, там как в Израиле тоже у нас устроили стену скорби, теперь у нас своя будет, только в Иерусалиме было. Теперь у нас сделали такой еврейский вариант. И это все действительно есть. Нельзя сказать, что убитые тысячи и тысячи крестьян и миллионы даже, наверное, людей пострадавших, что это хорошо. Нет, это не хорошо. И явно, что есть преступления и прочее, все остальное. Но с другой стороны, это время такое, это, хоть это нравится нам это, или не нравится, это такое время. Вот, например, нравилось ли жителям Хиросимы и Нагасаки то, что на них самая демократичная держава в мире кинула две атомные бомбы? Я думаю, не нравилось. Но тоже об этом все молчат, никто об этом особо не говорит. И поэтому то, что делал Иван Грозный, это было необходимо для державы. Было два варианта. Либо государство распадется на боярские такие местнические, даже не княжеские уже, а боярские такие округа, области. И будет захвачено потихоньку отсюда поляками, шведами. Помните шведские войны, которые Иван Грозный начал? От юга там татарами, хрен знает еще кем. Еще с Литвой. Да.
Да, еще Литва дышала там. Еще Литва дышала, еще там все это было, еще чуть не орден там еще. Эти. Ливонский орден, все, Литва, поляки, это да, все раздельно. Варианта другого не было. То есть это естественный путь нашего государства. Как это, в этот момент мы могли только либо сдохнуть, либо вот каким-то образом сопротивляться. Поэтому я вновь и вновь обращаю ваше внимание на то, что помазание на царство Ивана Грозного, благословение, помазание, благословение, да, это есть не что иное, как самосознание русского народа. К этому пришел момент. Это не значит, что Иван Грозный предвосхитил время, какой-то. Он пришел, настал этот день. Он должен был быть, когда зайцы пригласили медведя воеводою. Нужно было создать эту армию, нужно было создать эту такую централизованную крепкую власть, способную защищать интересы народа. И действительно, лучше уж, извините меня, у своего боярина в огороде козу пасти, чем придет крымский хан и отвезет тебя в Египет, в рабство продаст, и будешь там рис выращивать или пшеницу на затонах Нила. Разница есть. Хоть как бы нам и хотелось, не хотелось, но разница есть в этом. Кроме того, никогда приходившие правители чужие никогда не были милостивы к завоеванному народу. Такого никогда не было. Они всегда пытаются его ободрать как можно больше. Вот, например, с немцами как поступили. 20 миллиардов контрибуции, флот конфисковали, железные дороги, 5 тысяч паровозов конфисковали. Потому что побежденные. Все. У нас вот мы провалились в холодную войну, уран, плутоний вывезли, все месторождения, какие только можно, отдали под американский контроль, и все. Поэтому помазание на царство Ивана Грозного, это было единое, духовное, такое вот сердечное время пришло. Время пришло. Надо отметить здесь, а начиная с Ивана Грозного, наверное, начиная с него, может быть и раньше, но я что-то не припомню, да, раньше были такие некоторые моменты, но здесь конкретно началось приглашение тех бывших татар, на службу, конечно, на равноценную, абсолютно правильно. Их одаривали землями, их одаривали должностями. Дворянством. И они начинали служить. Да, они становились служить. Они даже начинали равноценно служить. Абсолютно верно. Стали даже русскими называть. А вспомните, как Николай I Шамилю дал княжеский титул и где-то в Самарской губернии поместье. И он сразу, Шамиль, перешел из чеченской службы в российскому императору служения. Даже ближе к Ивану Грозному и при Иване Грозном. Помните фильм «Ермак»? Да, конечно. Там был этот царевич, племянник Кучума, Мамедку, которого тоже арестовали и отправили к царю служить. Так это историческое лицо. Да. Он действительно, он правда... Даже не... в старости какой был этот Мамедку. Да. Он не успел приехать, Иван Грозный уже умер. Значит, но он попал во двор Федору. Так его встретили по-царски. Его сразу назначили воеводой третьей руки. То есть это был третий воевода. Я не знаю, какие он там прославился, не прославился в каких-то военных походах. Он прославился. Видимо, участвовал где-то в защите границ или еще. Он верно служил. Так вот, уже в 17 веке, есть в военной истории даже, в войне со шведами в 17 веке, уже при Алексее Михайловиче, по-моему, был такой момент. Шведы там где-то на поле боя, там что-то, и вдруг выскакивает конница. И какой-то седовласый старик с бородой и с мечом на коне. Вот это был тот самый Мамедку. Да, это был тот самый Мамедку. Я только хотел сказать. Просто обалдели. Здесь опять же религиозно-культурная традиция. В исламе понимание того, что нужно умереть с мечом в руках. Дед старый, готов. Древний дед. Хороший служак. Да, служака. То есть получила хороших служак. Да, получила именно такую военную конницу, получила такую армию. Я еще к тому хотел сказать, что действительно способных и талантливых, даже будучи бывших врагов, их всегда выгоднее сделать своими друзьями, чем с ними продолжать бесконечную кровопролитную войну. А для того, чтобы их сделать своими друзьями, как можно с ними там? Никак, только показать свою силу, когда тебя будут... И справедливость. Да, ну естественно. И справедливые, да, отношения. Да, да, показать свою силу и мудрость. То есть, что ты
справедлив к людям, и в то же самое время ты очень сильный, потому что за тобой можно идти, ты герой. То есть ты действительно во всех отношениях авторитет. И вот за ними, за этими авторитетами, они и пошли. Вот эти, кого Россия могла на это мобилизовать, там эти касимовцы потом еще. Да, очень много все эти, да, в осаде, кто принял в осаде Казани культуру, участвовали, да, кроме касимовцев. Касимовцы однозначно участвовали в осаде Казани. Но еще и сами казанские татары. Та партия, да, которую отодвигла... Ведь Казань захватила крымская партия. Да, да. Отодвигла... Идея вот это грабить и оттуда, да, и оттуда, из Крыма, и, да, это была и вот те, и кого партия. Они свергли, казанские татары, они воевали за взятие Казани, поэтому, там говорят, там половина была. Мне кажется, даже больше половины. А за Кучумом гонялись кто? До половины в отряде Воейкова. Те, кто был недоволен им, Кучумом, да, из своих же. Половина в отряде Воейкова, который последний вот у нас здесь в Новосибирске, под Новосибирском дали бой Кучуму, половина там были татары... Свои, свои. И это правильный подход. Дело в том, что помните, как входили вот эти все народности, входили в состав России под руку белого царя. Это означало и культура, и справедливость, и защита, и защита, и законность. Все вот эти министерства, которые там Иван Грозный поорганизовал, от Пушкарского до типографского там печатного приказов, да, приказы, да, которая система вот этой централизации власти, она была людям понятна, потому что, да, она, конечно, налагает какое-то определенное бремя. Кстати, тоже, вот что я хотел сказать, пока система разумна, и она не начинает людей подавлять, а действует в народных интересах, то это хорошо. А когда она превращается в систему мздоимства, чтобы грабить собственный народ, то восстание и противодействие ей тоже естественны. И в этом, тут уже хитрая власть, хитрозадая, всегда говорит, что это мятеж, восстание против там Богом поставленной власти. Неправда. До тех пор, пока царь кормит свой народ, хорошо, все нормально. А когда, извините меня, начинают люди умирать от голода, когда беззаконие, когда дворяне-бояре творят, что хотят, то что ж удивляться тому, что поднимается народное восстание? Удивляться, здесь должна быть принцип взаимности такой. Народ любит своего государя, почитает, а государь печется о своем народе, о его безопасности, о его благополучии и прочее все остальное. И вот, что мне хотелось в заключение сказать, это то, что церковь вписалась в эту систему шикарно. Знаете, как вот иногда в смешных каких-то роликах в телевидении показывают, что вот стоят машин много, маленькое парковочное место. Вот, вот прямо миллиметраж, миллиметры такие. И тут раз кто-то ловко так хопа, и туда в это место стоит, не задев никакие окружающие автомобили. Вот это вот так вот хитро задом, наверное, сдавал митрополит Макарий вот в это гнездо. И иосифляне, они уже положили, сама идея Иосифа Волоцкого, это духовное министерство государства, подчинение церкви государственным интересам. Это цезарепапизм уже в крови полностью. Конечно, я сразу скажу, что для веры это ужасно. Для веры это ужасно. Почему? Потому что вера начинает использоваться в государственных интересах. А это не всегда чистоплотное дело. Не всегда. Иногда клизмы приходится ставить. Это очень болезненно и не всегда хорошо. Поэтому, как Христос говорит, Богу Божье, кесарю кесарево, это очень важный принцип. И когда религия становится полностью государственным министерством, ничем хорошим это не заканчивается. Кстати, я хотел бы вновь и вновь повторить, что именно цезарепапизм я и считаю причиной русской революции 17-го года, память которой мы ныне отмечаем. Именно цезарепапизм стал той причиной, что церковь прогнила и перестала отвечать интересам народа. Народ одно, церковь другое. Общее количество вранья перешло критическую массу и произошла революция. Так что же сделал митрополит Макарий? Митрополит Макарий, во-первых, сделал единообразное общецерковное служение. То есть везде было введено требник, служебник, по которому нужно было совершать церковные требования, таинства и службы. Это первое. Второй момент. Стоглавый собор ввел
суровый и точный канон иконопочитания, вот который мы все вечно с вами говорим, особенно о 8000 лет эсхатологии и о суде и о вечном царстве Христовом, страшном суде и вечном царстве Христовом. Но как раз на этом 100-главном соборе было запрещено вот это написание иконы Отечества Троицы, Отечества Сыновства, где изображался стариком Бог Отец, в очередной раз было запрещено. Это за 50 лет. Да, да, до этого еще казнили людей. Я только хотел сказать. Всех там, да, треугольников под этот шумок за антитринитаризм, то есть за противление Троицы вроде бы. Всех казнили. А теперь сами приняли. Конечно, это все выдумки. И это было просто предлог, чтобы казнить неугодных, казнить сопротивляющихся. И вот самое главное. Что мы сейчас с вами увидим? Это были приняты меры очень серьезные против церковного мздоимства. И главное, против того, что попы давали деньги в рост. К этому времени расцвела шикарная банковская система. Да, у жидов раввины, у нас попы, они быстро между собой, не думайте, что это слишком... Да, они быстро стали давать... Не было же банковской системы. Государство не кредитовало. И вот попы, вот, и особенно епископы, крупные попы... На Западе какие-нибудь францисканцы. Да, абсолютно верно. Они взяли на себя вот эту роль давать деньги в рост. И давали деньги под... проценты и на развитие бизнеса, и на развитие торговли, и на открытие предприятий, и даже на военные походы. Ну там же, понятно, да, да. То есть там, а понимаешь, как вот я взял лошадь, я взял себе ружье, там, не знаю, еще чепушку, грабанул там кого-то, приехал и державу оборонил. И подзаработал, и еще и отдал. Но лошадь-то правильно, надо купить. Правильно. Маленькое при этом уточнение. Потому что согласно царских указов по военной реформе, дворянин, который получил землю, он же не всегда был богатый, ему надо было поднимать. Он еще может там с крестьянами, там это самое. Но он должен был явиться конно, поместно, припасно. Конно, припасно и вооруженно. Абсолютно верно. Еще даже с собой взять кого-то. И там. Еще взять тоже вооруженного холопа. Обязательно. А откуда на это деньги было брать? Конечно. Брали в кредит, и причем брали у епископов. Брали у епископов. И вот это, но это было поначалу очень хорошо. И дало государству экономику и развитие. Но со временем попы перестали заниматься своими богослужебными обязанностями. Они поняли, что крестить, венчать это долго и нудно. А дать деньги в рост сегодня рубль, а завтра получить два, гораздо проще и выгоднее. И делать ничего не надо. Можно заниматься своей женой, детьми, огородами. И не обязательно напрягаться. Дал деньги в долг и получил процент. Вот как у нас сейчас вот это микрозаймы, займы раздают. Когда человек берет 5 тысяч, а потом смотрим и приносит, что он должен 905 тысяч отдать. Да, реально. Да, конечно. Так 100-главый собор принимает постановление против поповского ростовщичества. Ничего себе. Против запрещая попам давать деньги в рост. Попам, монастырям. Но я не думаю, что было много богатых таких мелких каких-то там. Это были какие-нибудь кафедральные протоиереи, это были крупные монастыри, это были епископы. Это конкретные последователи нашего Иосифа Волоцкого. Да, я только хотел сказать, что дело Иосифа Волоцкого живет и процветает, потому что деньги в рост – это, конечно же, именно особое восприятие богатства церковного, что вот можно еще и от Бога деньги давать в рост. Хотя в Библии запрещено своим соотечественникам давать деньги в рост. Даже евреям. Еврей еврею не имел права деньги в рост давать. Там египтянам можно было, а еврей еврею. А у нас можно своим же давать деньги в рост. Естественно, это... Почему эту тему подняли? Потому что кто-то не отдавал долги. Начинались разборки. Появилась проблема судебного такого прецедента, когда кто-то кому-то не мог отдать долг. Это либо кровавый мир... разбираться, а да, кто давал долг. Да, кто давал, кончается попами. Поэтому сама суть этой проблемы начала напрягать и церковное руководство, и самого государя, потому что нужно было как-то разбираться с этим. А когда суммы еще стали там не 100 рублей, а там тысячи и миллионы,
то, естественно, это стало вызывать шок. И запретили попам заниматься мздоимством. И вновь и вновь, опять последнее вот еще, что тоже на соборе прозвучало, это то, что епископы рукополагали попов за мзду, симония. Тысячелетняя русская симония, да, векамишная русская симония, векамишная. И это, конечно, было тоже осуждено. И вот еще один важный момент. В этот момент Максимилиан II, император Западной Римской империи, присылает Ивану Грозному бумагу, в которой хочет с ним союза против Турции, ну, то есть против... будем говорить, османской державы, предлагает союз и обещает Иван, называет его императором русов и обещает ему, если он не победят, то что Иван Грозный будет константинопольским императором. Предлагает ему стать константинопольским императором. Потому что в том мире, после падения Константинополя, русский государь являлся единственным православным, сильным правителем. И то, что он стал царем, это было воспринято многими очень... Причем это католический император предлагает русскому. И не обращая внимания на различия религии. Важно власть, вот только все остальное не имеет значения. А сербы, кстати, тогда очень обрадовались. Ну да, это его надежда. Сербы так много возложили. Есть уже тогда свидетельство, что вот именно тогда Русь начала с Сербием очень сильно духовно контактировать. Да, и да. Они надеялись на русского православного царя. Да, избавиться от турок. Да. В конце концов, они их надежды, хоть и не стали русские императорами в Константинополе, но Балканы именно русские избавили от Османской империи. И некоторых сербских праведников канонизировали в русской церкви. Да, и кстати, вы очень правильно сказали. Всех местно чтимых святых, которые там в Рязани почитались, в Новгороде, все, объявили при Макарии, вот при Иване Грозном, объявили русскими святыми общего почитания. То есть не что у каждой деревни там свой пенек, а общее почитание было объявлено всем русским святым. Вот, ну и как бы это письмо о том, что венчание, он пишет так. Максимилиан письмо о том, что вот русский царь, а патриарх Константинопольский, будучи в изгнании, по-моему, в то время в Румынии, пишет ему, что ежедневно поминаем в оставшихся церквях в Константинополе, поминаем твое царское имя, ожидая тебя избавления и с надеждой взирая на тебя, на то, что ты придешь и избавишь нас от магометанского владычества. За это время, за это письмо это поймали, его бы явно казнили бы, этого патриарха, и там ничего бы ему хорошего не было. Что мы надеемся на твое пришествие, что придешь и избавишь нас от магометанского владычества. И называет его тоже именно твое царское имя, поминается нами ежедневно за богослужениями, то есть признается преемником, он самым настоящим образом признается преемником вот от византийской всей. Да. И дальше потом Петр I это письмо выкопает, и когда перед тем, как он объявит себя императором, он это письмо опубликует, что вот его признали еще и патриархи древние, и император Максимилиан признал, потом можно, вот он все, он действительно император всей Руси. Но Иван Грозный в то время был и он не хотел воевать с Османской империей по причине того, что его главной задачей было создание министерств, укрепление вертикали власти, присоединение вот этих окрестных земель и избавление, создание армии и избавление собственного русского народа от этой постоянной бесконечных войн, нападения на интересы России. И как бы в заключение всего нашего этого разговора мы приведем только вот один пример, то что если российская армия в самые лучшие моменты при всем собрании там князей и прочее могла собирать армию, допустим, 10, 20, 30 тысяч человек выставить, то Иван Грозный добился до того, что он с легкостью 100-тысячной армии собирал. Причем эти армии были вооруженными,
накормленными и обученными. Не отребье какое-то. С великолепным артиллерийским нарядом. Да, да, пушкарский приказ, который Министерство литья он создал, который пушки лили. Вот. Он ее вооружил. Все. Вот это была его главная задача. Он понимал, что идти на Османскую империю, которая в то время там у них там, знаете, какой... Да кажется, что просто Османская империя. Там они с Востока притащили и медицину. В это время правления Сулеймана Великолепного. Да, я и говорю. Там... Это время расцвета Османской империи. Все было в точке своего высшего развития. Поэтому его главное... Он понимал, что это будет в будущем, но он понимал, что его главная задача это вот именно... И вот вписавшаяся в эту церковь, она создает идеологию государства. То есть митрополит Макарий с легкостью взял на себя роль государственного идеолога, который должен был создавать платформу, на которой бы реализовывались царские идеи. И он это, вот это основание вот такого своеобразного царепапизма и прочее, всю эту систему, он благодаря Иосифу Волоцкому и церковным имуществам, он в эту систему плавно притянул. Поэтому вот вы должны понимать, когда вам что-то там говорят, да, рассказывают, вы должны понимать, какую именно роль в этот момент играла церковная система в государстве. Да. Маленькое косвенное последствие, ну как никакое, не маленькое косвенное последствие, очень серьезное косвенное последствие вот этого Стоглавого собора. Мы уже с вами, правда, говорили, сколько нам проходили. 1551 год. 1551 год. Ну. На этом соборе Иван Грозный склеснулся с церковью. А, ну да, за да, секуляризацию да, земель. И Макарий отстоял церковные Макарий. Земли. Это значит, что у Ивана Грозного нету земель, которыми он может испомещивать дворянскую культуру. 52-й год, Иван Грозный идет на Казань. Да, ну, земля. Вот вам, пожалуйста, одно важное косвенное последствие. Абсолютно верно. И потом уже... А самое главное, это вот войско Донское. Там да. такие земли, когда присоединили да, вот да. эту Кубань. И потом уже началось освоение вот этих вот дальнейших земель после взятия Астрахани. Особенно юг. Присоединение Нагаев. Там земли Башкир, было. Там земли море. Да. Хоть они были все еще опасны, но там развивалось вот это воинское сословие казачества и так далее. Вот и пошло развитие это в Руси вот в этом направлении. Да, именно, освоение земель и... Да. Именно в этом мы видим вот и роль церковную, в том, как оно вписалось вот в эту систему царства, которое создавал Иван Грозный. Ну, пока им удалось отстоять свои земли. А дело в том, что это был компромисс. Они полностью да, отдали свою волю да. и самостоятельность за сохранение имущества. Да, 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 то есть отказались от каких-либо самостоятельных там, политических заявлений и притязаний. Но за то, что сохранят свои земли. Свою сифлянскую стяжательную церковь. Абсолютно верно, да. Ну, там так разбогатеет, что потом посмотрим при Петре Первом. Этот Макарий, митрополит Воронежский, построил флот на свои деньги. Ну, это, с стороны тоже хорошо. Какой-то резерв в государстве создал. Ну, да, 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 конечно. Банковская система. Банковская система поповская. Но сейчас не те времена, вон наш какой-то банк Пересвет открыли, и все, наш православный бизнес накрылся медным тазом, и банк разорился, и люди рули. Не дали им банк. Да, тогда вот, короче, те воры древние, они со страхом Божьим крали, а наша патриархия современная страха Божьего не знает, поэтому ворует, чтобы банки разорялись. Ну ладно, закроем эту интересную тему, пока мы до нее еще доберемся. Конечно, как говорил один мудрый человек, и красть надо и то со страхом Божьим. Да, так. Спасибо огромное. Спасибо вам, и давайте до будущих встреч. Займемся потом другим развитием событий при Иване нашем Грозном.